В этом ролике вы увидите 10 надежных кроссовок и ботинок на осень, в которых можно ходить и в дождь, и в снег. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Made in China или Сделано в Китае. Я, как обычно, получил новую посылку. Сейчас мы ее с вами вскроем и посмотрим, что находится внутри. Если же вы до сих пор не являетесь подписчиком моего канала, то рекомендую сделать это прямо сейчас. Впереди вас ждет очень много интересных роликов. А также нажать на колокол и выделить все. А перед тем, как начать, небольшое объявление. Почти в каждом ролике своего канала я провожу конкурс, подробности которого вы сможете узнать, если досмотрите этот ролик до конца. Осень очень радует хорошей погодой, но это скоро закончится и начнутся дожди, слякоть и грязь. Самое время подготовиться к этому испытанию и обновить свою обувь. Я собрал для вас самые удобные, надежные и стильные хиты этого сезона, в которых можно ходить без усталости на весь день. И прямо сейчас вы увидите кроссовки и ботинки, которым не страшны дождь, лужи и даже снег. Выбирайте и заказывайте. Ссылки, как обычно, находятся в описании под этим видео. Вариант номер один. Это Reebok Zig. Это настоящие неубиваемые вездеходы для любой осени. Верх наполнен из текстиля с водоотталкивающей пропиткой и дополнен бесшовными синтетическими накладками в области пятки подъема стопы. Есть двойная система фиксации для плотной площадки стопы в виде внутренней молнии в области язычка и тесьма с застежкой-липучкой с внешней стороны. Подкладка Gore-Tex Infinium сохраняет тепло в прохладную погоду. Расположение бороздок на резиновой подошве Vibram EcoStep обеспечивает надежное сцепление с сухим и мокрым асфальтом. В данный момент цена этой пары вам обойдется чуть более. Вариант номер два в нашей подборке – это Asics. Эти кроссовки сделаны из микса натуральной синтетической кожи. Верх имеет замшевые вставки черного цвета, который выгодно подчеркивает контраст оттенок подошвы. Также в кроссовках предусмотрены вставки из мембраны Cortex с водонепроницаемыми свойствами, которые защитят ноги в дождливую погоду. Gel Light 3 известны не только своим дизайном и сдвоенным язычком, но и мягкой амортизацией. Гель в комбинации с EVA, который обеспечивает мягкость и равномерное распределение нагрузки на ноги при ходьбе. Эту пару в данный момент вы сможете найти по цене чуть больше 10 тысяч рублей. А спонсором нашего сегодняшнего ролика является YouTube-канал «Как сделать». Ссылку на него я оставлю под этим видео. Перейдя на него, вы узнаете огромное количество ответов на самые злободневные вопросы, а также сможете очень круто прокачать свою жизнь. Номер 3 в нашей подборке – это Converse Chuck 70. Это осенью Converse радует высокими кедами премиум-класса с водонепроницаемым верхом, с глубокой и дышащей прокладкой. Снаружи есть походные отводящие влагу шнурки, стикированием и лямка на пятке для удобного надевания. Комфортная эластичная подошва повторяет форму стопы, а стелька дополнительно распределяет нагрузку во время движения. Эти кеды идеальны на сырую осень. Есть несколько расцветок на выбор. Данную модель вы сможете найти с ценой чуть более 1000 рублей. Номер 4 в нашей подборке – это Jordan Delta 2. Кроссовки в темной расцветке модели Delta 2 от Jordan выполнены из сетчатого текстиля черного цвета и дополнены укрепляющими вставками из искусственной замши в темных оттенках. Воздухопроницаемый многослойный верх укрепляют вставки из материала TPU. Главные особенности данной модели – это комфортная вентиляция, укрепляющие вставки, петельчатая шнуровка и пенный материал Rect, разработанные с учетом пожеланий стоп-атлетов при беге. Все это обеспечивает удобство, фиксацию и качественную амортизацию при ходьбе. Jordan Delta 2 – один из самых удобных и износостойких кроссовок в этой подборке. Как только померите, вы сразу влюбитесь в эту пару. Цена данной модели варьируется от 10 тысяч рублей плюс. Номер 5 в нашем подборке – это Adidas Original. Кроссовки для тех, кто любит производить впечатление. При создании этой модели инженеры вдохновлялись уличной модой и спортивной эстетикой баскетбольных площадок. В смелой многослойном силуэте воплощена энергетика динамичной игры, но при этом мягкая подошва дарит комфорт с каждым шагом. Adidas Original сделаны из переработанных материалов в рамках борьбы бренда с пластиковыми отходами. Цена данной модели начинается от 10 тысяч рублей. Номер 6 в нашей подборке – это Vans. Это даже не кроссовки, а настоящие ботинки. Их можно носить не только осенью, но и зимой, благодаря подошве с технологией All-Track из каучуковой смеси МТЕ, обеспечивающей превосходное сцепление с дорогой. Водонепроницаемая мембрана Gore-Tex, мощная изоляция 3М, двуслойный литой носок и стелька предназначены только для того, чтобы вы чувствовали себя комфортно в любую погоду. В дополнение ко всему, верх модели обработан специальным водоотталкивающим покрытием. Отличный вариант на осень и на первую половину зимы. Данную модель вы сможете найти по ссылке под этим видео по стоимости от 16 тысяч рублей и выше. Номер 7 в нашей подборке – это Nike. Это модель произведения классической пары ESC, которая впервые увидела свет в 1991 году. С тех пор многое изменилось, включая материалы, сделанные из фиолетовой замши и текстиля. Конструкция воротника кроссовок создана из неопрена
и дополнена двумя петлями для легкого надевания. Черная пяточная вставка, такая же, как у модели Q-Rage, поддерживает стопу и оттеночно перекликается с резиновой подошвой передней части и пяточной области стопы. Nike Air считается обувью для активного отдыха, так что рекомендую присмотреться к этой паре, если вы занимаетесь каким-то видом спорта. Данную модель вы сможете найти по стоимости от 14 тысяч рублей плюс. Номер 8 в нашей подборке – это Adidas Performance. Утепленные и непромокаемые ботинки Adidas Terrex позволяют максимально продлить удовольствие от прогулок и даже в холодную погоду. Не важно, что под ногами – слякоть, грязь или снег. Ноги останутся в тепле и в сухости. Благодаря городскому стилю Adidas Performance Terrex выглядит современно и подходит для повседневной носки. Верх выполнен из натуральной кожи. Внутри издышащая сетчатая прокладка. На Западе эти ботинки с удовольствием покупают любители хайкинга, которые следуют горные тропы, лесы и сельские дороги. Такую модель вы сможете найти по цене 11 тысяч плюс. Девятая модель в нашей подборке – это Nike Air Max 2090. Эта модель – переосмысление легендарных Air Max 90. Отличная амортизация Nike Air под стопой обеспечивает максимальный комфорт, так что вы можете ходить весь день, не уставая. Блестящие акценты из термополиуретана на пятке и декоративная строчка сочетаются с элементами классического дизайна. Подойдут почти под любые джинсы, джоггеры и спортивные штаны. Эти кроссовки подойдут не всем, точно как и оригинальные Air Max 90. Если у вас широкая ступня, даже не пытайтесь мерить данный вариант, не влезете. Всем остальным рекомендую эти кроссовки, как одни из самых практичных и удобных. Данную модель вы сможете найти, как и остальные, в описании под этим видео, с ценой 13 тысяч плюс. Также рекомендую посетить нашу группу ВКонтакте, подписавшись на которую, вы точно не пропустите все самые интересные распродажи и скидки на сайтах AliExpress и не только. Еще в этой группе я провожу розыгрыши интересных призов, совместные с нашим YouTube-каналом Made in China. Переходите, подписывайтесь, и вы точно не пожалеете и не пропустите интересные новости. Ну и завершает нашу подборку 10-я модель. Это Salomon XT4 Advanced. Вы носили когда-нибудь бульдозеры на ногах? Попробуйте эту модель. Для осенне-весеннего периода самое то. В этих кроссовках-полуботинках есть промежуточная подошва из материала EVA двойной плотности, которая защищает стопу от перенапряжения и мягкого пружения при ходьбе. Подошва ContaGrip сочетает удачную геометрию и долговечность. Стельки обеспечивают превосходную амортизацию, комфорт, воздухопроницаемость и прочность. А минималистичная крепкая шнуровка затягивает одним движением. Есть несколько расцветок. Данную модель вы сможете найти по цене 14 тысяч плюс. Любая пара обуви из этой подборки прослужит верой и правдой несколько сезонов. Выбирайте и заказывайте, пока есть размеры на вас. А при заказе не забывайте пользоваться сервисом Netshops, при помощи которого вы сможете реально сэкономить на онлайн и офлайн покупках. А если вы хотите поучаствовать в нашем конкурсе, то вам надо сделать всего-навсего несколько вещей. А именно, поставить лайк видео, которое вы смотрите, подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны, и нажать на колокол. А также оставить комментарий. И в комментарии не забудьте оставить свои контактные данные для связи. Как только этот ролик наберет 300 лайков, я рандомно выберу 3 победителей, которые получат по 100 рублей. Также рекомендую смотреть мои прошлые ролики, там вы найдете огромное количество интересного контента с распаковками и тестами. На этом я буду заканчивать сегодняшнее видео, и напоследок пожелаю всего самого наилучшего, а также счастья и крепкого здоровья. До новых встреч в следующих роликах. Пока!